Интерактивный конкурс «Мы разные, но мы вместе» проводится в Московской области. Участие в нем могут принять все жители Подмосковья, вне зависимости от пола и возраста. На рассмотрение жюри принимаются рисунки, фотографии и сочинения. Об этом сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Организатором конкурса выступает общероссийская общественная организация «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» при поддержке Главного управления социальных коммуникаций Московской области, проинформировал руководитель муниципалитета.